Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя выдалась совсем короткой, и впереди нас снова ждут выходные. О том, как провести их в Самаре, расскажу прямо сейчас. 13 мая в Доме культуры «Победа» пройдет фестиваль, посвященный Международному дню семьи. В праздничной программе игры, конкурсы, веселые задания для детей и их родителей, а также выступления творческих коллективов ДК «Победа». Начало в 17:00. Вход свободный. 14 мая в Театре «Самарская площадь» покажут спектакль «Богатые невесты» по пьесе Александра Островского. Впервые спектакль представили совсем недавно в рамках фестиваля «Театральная весна Островского», и зрители приняли его с особой теплотой. Это история о простых людях, их идеалах и неидеальных поступках, о выборе между материальным благополучием и нравственными ценностями, и, конечно, о любви. Начало в 18:00. Если вам нравится узнавать новое и делать что-то своими руками, то 14 мая вам следует заглянуть на бесплатный мастер-класс в музей-галерею «Заварка». В воскресенье пройдет урок по работе с мозаикой, и вы сможете сделать панно «Дом Маштакова». Начало занятия в 13:00. С приходом тепла на четвертой очереди набережной вновь начал работать кинотеатр «Филин». В субботу будут показывать историко-биографические фильмы «Адмирал» и «Адмирал Ушаков». В воскресенье показ начнется с мультфильмов «Умка», «Мама для мамонтенка» и «Осторожно, обезьянки». А затем для просмотра всей семьей покажут картины «Мама» и «Родня». Подробное расписание сеансов смотрите в группе «Самарской набережной» ВКонтакте. Приятного просмотра! На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.